В очередной раз на татами спортивного комплекса «Динамо» встретились лучшие представители ОМОНа Управления внутренних дел облсполкома. Проводя подобные соревнования, руководство структуры старается не только и не столько внимания уделить непосредственно поединкам, сколько посмотреть уровень подготовки сотрудников, оценить, насколько подготовленными и опытными являются ОМОНовцы в разного рода ситуациях. В чемпионате принимают участие сотрудники взводов ОМОН, всех взводов. Выставляют участников в 4 весовых категориях – до 75 кг, до 85 кг, до 95 и свыше 95 кг. Рукопашный бой – искусство истинного воина, уверены сотрудники подразделения ОМОН УВД Брестского облсполкома. Именно поэтому практически пятую часть всего учебного времени молодые люди отдают отработке ударов на макеваре, изучению приемов и техник бросков. В силу специфики службы сотрудникам отряда приходится выполнять довольно большой спектр задач, в том числе и не совсем стандартных. Именно поэтому необходимо быть готовым к любым ситуациям. Общество «Динамо» является центром подготовки сотрудников правоохранительных органов по рукопашному бою. Прекрасная база позволяет проводить учебно-методические, учебно-тренировочные сборы, соревнования различного уровня. От областных до республиканских. 4 весовые категории, порядка 3 десятков участников, и каждый из них имеет шансы стать первым. Настолько велика конкуренция в таких соревнованиях. Предварительные поединки помогли определить лучших. Тех, кто сразился в финале за главные почетные первые позиции. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербан, Луговкин, телекомпания «Буктова».